отсюда, от нашей славы. Брат. Потому что я... И Бог понесли в мир кровавый, на что он руку подымал. Все равно. И он убит. И взят могилой. Как тот певец, неведомый, но милый. Добыча ревности глухой. Воспитаем стопой. Исполняет Виталий Иванченко. Гитара. Любовь в стихах Лермонтова – это всегда неразделенная, непостоянная, кончающаяся изменой чувства. Несчастная любовь у него общественно обусловлена. И только в слиянии с природой герой находит избавление и покой. На сцену приглашается ученица театрального отделения «Метаморфоза» Виктория Краса. Баллада. Над морем красавица дева сидит, и к другу ласкаяся так говорит: достань ожерелье, спустись на дно, сегодня в пучину упало оно, ты этим докажешь свою мне любовь. Вскипела лихая у юноши кровь, и ум его обнял невольный недуг. Он в пенную бездну кидается вдруг.
из бездны. Перловые брызги летят, и волны теснятся, и мчатся назад, и снова приходят, и оберег бьют. Вот милого друга они принесут. О, счастье! Он жив! Он скалу ухватил! В руке ожерелье, но мрачен как был. Он верить боится усталым ногам, и влажные кудри бегут по плечам. Скажи, не люблю я тебя, для перлов прекрасной жизни щадя. По слову спустился на черное дно, в коралловом гроте лежало оно. Возьми! И печальный он взор устремил на то, что дороже он жизни любил. Ответ был: о, милый! О, юноша мой! Достань, если любишь, коралл дорогой! С тоской безнадежной молодой удалец прыгнул, чтоб найти иль коралл, иль конец. Из бездны перловые брызги летят, и волны теснятся, и мчатся назад, и снова приходят, и оберег бьют. Но милого друга они не несут. Вот так вот.